Всем здравствуйте. Канал туда-сюда. То, кажется мне, что уже близится к завершению мое путешествие, но у меня еще остались здесь неизведанные области. И я так думаю, неспроста, так что отправимся мы сегодня исследовать дальше, но пока я не буду спешить с развоплощением этих самых, как они там называются, грезящих. Так, я иду на вокзал. И я не переодела амулеты опять. Иду в каньон туманный искать, где там у меня сидит картограф. Ну и если новая способность мне все же там не поможет, вот тогда наверняка я пойду в другие области. Я не так и не поняла, как вот это открывать, с какой стороны. Может, снизу откуда-то. А-а-а! Смотри. Вот я тормоз. Я думала, дверь там, вот это все. А что, дверь-то не откроется? Не нужна она здесь, короче, я понял. Ну, так, 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 что ж поделать. Ой, ой. Можно было, конечно, и здесь это сделать. Не знаю. Еще неизвестно, что у меня там стало с грибными пустошами. Может, они тоже теперь заболели. Сейчас мы выясним это. Распространилась ли чума? Пошли посмотрим одним глазком. О, кстати. А вот этот чувак мне зачем здесь? Ничего нового, да? Ну, ладно. Я одним глазком туда загляну. Нет, в пустошах все хорошо. По-прежнему. А у меня по-прежнему все плохо с координацией. Сюда, что ли, я шла-то? Чё, бабка, не одумалась? Нет. Надо было все-таки, наверное, ее поколотить посильнее. А я на лавку здесь садилась, нет? А мне оно надо, нет? Я сейчас вот тут присяду.
Вот внутри здесь, наверное, опущусь и будет нормально. Я так понимаю, последняя цель у меня находится как раз здесь в архивах. И пока я не буду к ней прорываться. Во. Давайте, что ли, посмотрим, что у меня тут надето. Надо рой, потому что здесь все падает. Снимем быстрый фокус. Наденем рой. Что у меня еще осталось? Давайте наденем вот это. Ой, не надо было так делать. Зачем ты? Идем искать картографа. Где-то он тут есть. Это нам надо. Так, напомните, в какое ответвление это было. Кажется, в первое. То бишь, тут. Ага. Ай, вы зачем оба прилетели сюда? Кто вас звал? Расчистить себе путь немножко. Вот тут где-то. Давайте тоже уберем медузлок. Зайди обратно, пожалуйста. Молодец. Ладно, хоть... В кислоте теперь не тону. Ух ты! Это я крыльями ее, что ли? Мат. Ага. Забился здесь, значит, в угол и поет себе. Что ты здесь? Кто ты? Ого! Каким бы странным ни был Хал, у нас в этих пещерах можно встретить вещи почуднее. Ты что-нибудь знаешь о темных воротах под нами? Около них так неуютно находиться. Вот я к ним и не подхожу. Слушай, я смотрела на них уже, не знаю, мне кажется, чуть ли не с середины прохождения. К счастью, я нашел обходной путь, но немного опалился, пока шел вброд через кислоту. Купить карту, конечно. Так, аккурат подо мной находится здание прямо посередине озера. Настоящая отрада для глаз. Я хотел туда зайти, но его облюбовали те скалистые прозрачные создания. Фу, они такие гадкие, да еще и жалят при малейшем касании. Да я уже все про это знаю. Все. Вот тебе и уху-ху-ху. Ну и что, у нас тут весь Туманный каньон практически исследован, за исключением вот этого места, которое не открывается. Ну вон они, архивы. Источник, так, а это что? А, это банк был. Был да сплыл. Тут я, походу, везде уже была. Все уже разглядела, рассмотрела и... Все, остались только вот эти закрытые штуки. Ну, я так понимаю, я не смогу пока их все равно. Да? Разобраться, что с ними происходит. Поехали тогда обратно.
Край королевства будем смотреть. Есть что? Нет? Ну, ладно, что могу. Я почему-то думала, что он мне что-то про эти черные ворота расскажет, но нет, он тоже за них не заходил. Ладно, что поделать. Будем сами разбираться. Значит, это все останется на самое последнее. Последний самый последок. Вот тоже странно, да? Область, в которую мне, как бы, вот, по идее, надо в самую последнюю минуту идти, а я в нее попала очень рано. И из-за этого все мои неприятности, походу, и непонятки. Да иди нафиг. Я давно у червяков не была. Прям очень давно, но у меня денег и так навалом, и я не знаю, куда их девать. Пойдем, значит, исследовать области. Может быть, там мы еще кого-то чего-то встретим. Это пока трогать не будем. Дворцы эти. Пускай пока стоит так. Да ничего себе, ты там полетала. Так бывает, что ли? Так, в край королевства, значит, с вокзала короля всего удобнее будет нам сделать, поехать. Так, ну тут садиться я не буду тогда. Эх, надо было, наверное. Ну нет, пока не пойду. Пока не пойду. Чё, пойдем бабку, что ли, лупить или нет? И мне просто жалко ее. Она вроде бы такая, это... Воровка, конечно, но что поделать? Ну, может, попробовать, я не знаю. Давай сходим. Я тут почему-то думаю, что это же, ну, не зря придумали, значит... Подразумевалось, что можно так сделать. Нужно даже, наверное. Где тут она сидела? Тут где-то. Что там было за негодование по поводу того, что я развоплотила певичку? Я не поняла, если честно. Не то чтобы я не восхитилась ее пением, но... Ты все о том же, да? Угу. То есть из нее можно выбить вот так вот все, да? Интересно, она скончается или нет? Что это за голос был? Я что-то еще слышу. Понятно. Вот мне кажется, я зря это делаю. Надо было, пусть бы лежали у нее, да? Я мучаюсь, пинаю ее туда-сюда.
сколько там. У меня там 2 косаря вроде было. Прикол. Джио, Джио. Такие звуки я не могу прям. Что это? Кто это придумал вообще? Мне кажется, я зря это делаю. Сколько я из нее могу вытрясти вообще? Все? Все, закончились. Все, и она больше со мной не разговаривает теперь, типа. Сейчас мы узнаем. Ну, у меня ничего не осталось, и полагаю, тебе уже пора-то куда-то идти по своим делам, да. Думаю, так будет славно. Пожалуй, я немножко тут прикорну. Думаю, будет славно. О, нет. Ясно, понятно. Я все забрала. Блин, куда сложить теперь? Я ж про этого. 6000. А ну-ка, давайте. Сегодня будет квест по проэтованию 6000 в новой области. А где тут это было-то? Тут ничего нет интересного больше. Ну, ладно. Куда положить-то их теперь? Непонятно. Я прям смотрю на эти 6 и прям поверить не могу, что сейчас я с ними распрощаюсь. Надо было оставить у нее, честное слово. Жалко, что нельзя сдать на хранение рогачу. Или какой-нибудь тайничок сделать. А зачем? Мы же идем в край королевства. И мне как бы вот сюда-то вообще не надо. Где пойдем? Снизу пойдем, наверное. Тут. Главное, комарам вот просто не отдать свои гео, и все. Все нормально будет. А ты что, не сиганула? Молодец такая, прицельная. Злые вы, ребята. Подожди, ну там были 2 двери. Может быть, я тоже просто не нашла, как их открыть, потому что я тормоз педальный. Да, посмотрим. Да не видать ничего такого. Ну ладно, будем думать, что пока я просто не могу туда зайти. 6000. Ай, край королевства.
Какие-то блохи большие. О! Вот это я... Дневник странника. Хорошо. Что ты тут делал, друг? Непонятно. Что это? Что, что за самоубийцы это падают? Кто? Прикольно, хотела сказать я, но не особо прикольно. Они откуда там падают? Тут есть еще и вниз, и вверх. Ой. Ну-ка. Нет? Пошли посмотрим, откуда они падают. Или мы тут не посмотрим. А внизу что? О! Карте. Почему я его так называю? Не знаю, он же Корнифер. Он Корни тогда. Разве это не уютная нора? Я расхаживал в диких местах неподалеку и решил, что пора бы уже отдохнуть. Пейзаж на этой стороне города восхитительно, безмятежно. Чего не скажешь о ее обитателях. Купить карту. Да, какая странная цена у карты. Это, наверное, первое место, куда я, Колизей Глупцов, куда я пришла с картой прям с входа. Ну, ладно. А чё, я без компаса, да? Угу. Да я на поезде, наверное, могла приехать и вот так подниматься, подниматься. И подняться к картографу. Да? Хотя поезда не видать. Нет, поезд еще пониже. Ага, вот там где-то проход должен быть. Глупцы. А, я понял. Это они сыпятся вон из Колизея Глупцов, да? А ну в смысле? Есть же вот проход. С другой стороны, что ли, я должна его открыть? Ладно. Сюда пойдем, там где-то лавка нарисована была. Йоу. Это что за прыгающие слоники? Блох-слоны какие-то. Подожди, он там наверх что-то есть. А, здесь тоже блох-слоны. Какие непрошибаемые. Безопасно? Да, почитаем, кто это. Где вы? Пухляш. Большое и пассивное существо, которое любит мирно летать в пещерах на краю королевства. Прыгун. Прыгает на жертву и высасывает жизненные соки острым хоботком. Спасибо за информацию, будем знать. Не хочу, чтобы из меня что-то высасывали. Прискакали они откуда тут?
Синек, сахар, не знаю, что это. Ой. Мои любимые летучие. Кто ты? Первобытный аспид. Чё? Древние. Не-не-не-не. Старейшина ху. Не-не-не-не. Вот это. Где был первобытный вот этот вот прыгун? Вот. Более дикая и древняя форма аспида, когда-то их считали вымершими, пока они не стали встречаться на границах королевства. Я понял. Что за снег здесь? Надо было одевать не длинный меч, а тот, который отбрасывает. Сейчас до лавки дойду, переоденусь. Главное по сторонам смотреть, а то пока я тут вычищаю, придет кто-нибудь. Ага, это вон я там, наверное, поднялась. Не, погоди. Вверх, давай это. Запомним, что было вверх, и пойдем пока на лавку сядем. Где-то что-то, она неподалеку должна быть. Йоу! Ты кто еще? Я ни разу не попала. Великий прыгун прыгает на краю мира, пытаясь смять жертву весом собственного тела. Прям любимый баба-жамба. Так. У меня ж эта зарядка кончилась с перепугу. 6800. Сейчас я вот прям вангую, что они уйдут в топку с какого-нибудь прыгуна. Как тебя? Ай-яй-яй-яй-яй. Ты же запрыгивать. Вот это вот. Спасибо. Ладно, хоть меч длинный. А тут удобная штука. Лишь бы сейчас ничего не заглючило тут. Ну иди, ты куда ушел? Здесь, может быть, мастер гвоздя будет очередной. Ну-ка, что там на карте? И хотела я амулет посмотреть. Так, мне надо что сделать? Компас надеть. Компас. Спасибо. А давайте вот это, что ли, возьмем пока. Раз у меня гвоздь не помещается. Да. Как меня нашли здесь, на самом краю мира. Да, я знаю, зачем ты здесь. Ты хочешь, чтобы легендарный мастер гвоздя Оро научил тебя своей технике? Великий гуру гвоздей наказал нам передавать мастерство тем, кто этого достоин. Но никто не запретил мне брать за это плату. Если ты и вправду хочешь тренироваться со мной, докажи это своим Гео. Чё-то новенькое, да, началось какое-то вымогательство. Хотя, ну, вот как бы... Мастерство, оно требует
Вложение всегда, да? Ну давай, что, у меня как раз есть. Так, ну и что мы изучили? Рассекающий удар. Вот ни одним из этих не пользовалась всю игру вообще. Чтобы собирать энергию в гвоздь, отпустите кнопку во время рывка. Ага. Я поняла, что ничего не поняла. Должен сказать, что ученик ты первоклассный. То, как ты владеешь гвоздем, твое желание стать сильнее, ты напоминаешь мне моих братьев. Я научил тебя всему, что знал сам. Ступай, путешественник, и дай мне побыть в одиночестве. Сейчас уйду, подожди. Давай попробуем. Так, в рывке, что ли, там сказали? Получилось или нет? Я не поняла. Да, вот как-то так. Ну, я уверена, что я этим не буду пользоваться вообще ни разу в жизни. Так, что у нас здесь есть? Ага, наверх выход. Ну, пойдем. Чё? Чё делать? Больше нечего делать. А ну-ка, что-то вот еще почитаю. Вот тут, может, что тут будет еще? Рассекающий. Удерживайте Х. Отпустите РТ. Фирменная техника мастера гвоздя. Оро. Молниеносный удар. Исполняем после рывка вперед. То есть, зарядила. Рывок. Отпустила. Вот так. Сейчас на топтунах попробуем, наверное. Если они меня раньше не приветствуют. Ага. Уйди, пожалуйста. Погибель моя, блин. Зарядиться. Не попасть. Зачем тут эти удары придумали? Они вообще, ну не знаю, ну лично я просто вообще не в состоянии ими пользоваться. Идите в баню, товарищи топтуны. А, блин, тут еще один. Вот сейчас они меня точно отправят к праотцам. Если я сяду, они опять вылезут. Полетим, наверное, поэтому что делать? Вот отсюда прям. Ой. Недолет. Где-то тут был проход наверх, он там еще один этот свалился. Как тебя проломать? Или это я потом оттуда упаду? Не знаю. А чё вас так много? Понял. Давно уже не встречалось нам дрожащего пола. Ой-ой-ой. Дневник странника. Что ты здесь забыл, друг? Здесь ни про кого ничего не пишут.
Выше. Так, что там на карте-то у нас? Ага. Ой, червячок где-то. Так, аспид идет в расход. Поняла. А, вот какая-то дверь. Притворяющийся червяк-то один, что ли, только был? Куда ж ты фигачишь? Ну, там еще что-то вижу. Нет, ничего. Отстаньте. Да и не надо же, хочу же я вот это сделать. Да, супер. И на колючки свалилась. Но не забыть, главное, сейчас забрать тень с 8 штуками или сколько там у меня было. Знаешь, что хочу? Как это называется-то? Непоколебимое тело. Где оно? Кто мне расскажет? Вот это. Ну и чё? Чё ещё? Колючки давайте. Тоже не повредит здесь. Чё там? Куда там надо? Вон. Вижу. Зенки торчат. Угу. Простите, извините, но мне некогда. Дюже некогда. Где-то тут, да? Ой, стопрано-то, блин. Ага. Так, что ли? Вроде да. Так, иди сюда. Надо об тебя зарядиться. Да блин, зарядиться, а не разрядиться. Ну вы чё? Жмим не прошла? Или прошла уже? Походу прошла. Где-то здесь было. Ага. Слышу, слышу.
Дай ну-ка. Да, ты опять. Мы куда вообще идем? А, какой тут закуток. Скамейка. Ты понаставили скамеек. Фиг знает где. Ух ты. Что это? Денег странника. Этот пепел. Ловушка. Это который сыпется здесь или лежит? Так, что у нас здесь? Ну-ка, открой, пожалуйста. Да-да, посмотрим. А, тут только палатка и больше ничего. Ладно. Так, выход еще дальше. Вот она. Где? Я тут уже подумала, что давненько мы ее не встречали с вами. Ну чё, куда умотал-то? Какие-то огромные там, что ли, Петя. Опять будем драться? Значит, ты хочешь узнать всю правду? Слабым не совладать с ней. Начинается. Может, не будем, а? Докажи, что она тебе по плечу. Я не отступлю. Моя игла разит наповал. И я не питаюсь жалостью. И я не питаю жалость к слабакам. Ну, вот такую речь запорола. Убеди меня, что можешь принять прошлое королевство и в силах взять на себя бремя его будущего. И сегодня как знала в красное оделась. У нее мувсет не особо поменялся, да? Ай, ну ясно, понятно. 7000 в топку. Знаете, что я вам сейчас покажу? Знаете, что покажу? Знаете, что покажу? Я как раз на днях тут сейчас жду, что все видно. Распечатала на днях как раз-таки красотку. Сегодня только докрасила. Пластик был оранжевый, и я думала, типа, в оранжевый красить. Ой, точнее, оставить оранжевым или в красный. Все-таки покрасила в красный. Что сегодня у меня с настройками камеры по цвету, конечно, жесть какая-то. Все очень краснит, желтит. Вот. Ну, в общем, вот такая история. Я как знала, что мы ее увидим скоро. Слушай, ну я могу прямо сейчас с ней, конечно, не драться, а пойти доисследовать область, да? Мы же поняли, что она вот здесь. Теперь она оттуда не уйдет, я так понимаю. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Не хочу прямо сейчас это делать. Возможно, даже не в этом эпизоде. Хоть я сегодня и в тему приоделась. Ну да ладно. Немножко подправила настройки по камере. Посмотрим, будет насколько хорошо. Так, вот здесь где-то должен быть проход напрямую. Хочу его открыть. Так, что, куда? Ой!
Да, тут я могла выйти, но не выходила еще. Здесь надо плыть. Так, все ясно. Может, сначала в Колизей глупцов подняться? Тут вот одно ответвление осталось. Давайте поднимемся, раз уж я тут. Там откуда они падают? А я вообще смогу это сделать, нет? Смогу, наверное. Видимо, нет. А откуда? 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 Из города слез надо выйти опять. Или из лифта? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Видимо, из лифта, да? Ну, пойдемте тут, собственно. Один фиг недалеко. Ладно. Не буду буянить. Дай. Давай тогда на лавку и поедем. Поедем. Пойдем в лифт. Да, я же правильно все поняла. Надо же. Тут вот это самое, то самое, в лифт и... И да. Вроде как-то так. Опять я промахнулась. Во. А, блин, это так не работает. Это надо не отсюда. Блин, это надо не отсюда. Это надо из дома наслаждений. Да, 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 да. Сюда мне вообще не надо. Поехали обратно. Вы не забывайте, вы на канале туда-сюда. А посему будем бегать туда-сюда. Потому что я забыла, что тут так не получится. Оп! А вот мы и проверили. Хорошо, хоть не на мне. Вниз, пожалуйста. В дом наслаждений мы хотим. Чё, как там идти-то? Как-то так. Ой, зачем же ты? Уйди отсюда. Серьезно? Не сюда же. Во.
Ой, чуть не сиганула. А ведь мы сегодня там были. Хорнет, ох, Хорнет. Кажется, что типа вот, ну, она протагонист, но, по-моему... Точнее, наоборот. Кажется, что она антагонист, но она, наверное, протагонист. Ты чё? Ясно. Я пойду, пожалуй. Действительно, по своим делам. Так, как там я шла-то? Стопэ. Ага. Погоди, может, я здесь и не пройду? Тут какая-то замкнутая пещера. Погоди, а на кой тогда? С другой стороны, что ли? Блин, это выход, а не вход. Ну вот. А как туда попасть? Я не поняла тогда. Вон там. А выше? А, ну ладно. Ладно, ясно, понятно, чё. Сейчас сделаем. Обратно мне чё ли надо? Ну, заодно в источнике тогда зарядимся. Отдыхать не буду, просто зарядюсь. А вот интересно, если я тут спущусь, нормально будет или нет? Прикольно, на крышу лифт. Обратно, короче, я иду. Туда-сюда, туда-сюда. Всё по классике. По что мне столько гео? Королевство восстанавливать, разве что? Да и меня сюда мне вообще не надо, зачем? Баунс. Ой. Что там у нас со временем? О, уже час. Ничего себе. Так, ну и чё? Куда? Туда надо. Раз. Так. Здесь где-то должен быть проход в Мордор. А, ну точняк, я ж пропустила. Я ж тут по низу пошла. Надо было наверх здесь забираться. Ошалевшая, что ли? Прости, большой, красивый жучок. Добрый. Единственный тут практически добрый жучок. Я все ждала, когда же дадут мягкую стенку. Чья-то попа торчит.
Ну, в смысле, ты не вылезешь отсюда? Не? Ладно. Давайте нарисуем, что тут сидело существо. Чтобы я не забыла, где оно было. Не знаю, что с ним пока делать. Смеется и не вылазит. Винни-Пух, ты застрял? Ты что, вовстрял? Может, надо подождать просто? Подожди, давай сначала... Так, с этой стороны... Ага. Надо до верха здесь сначала подняться, а потом уже... Чего? Ну. Зачем? Источник где-то. Как много здесь всего интересного. И зона относительно спокойная, я смотрю, да? Ну вот, кстати, источник-то здесь не к добру. Какой-то босс там где-нибудь. Чё, без толку таким, как я, источники давать? Успокойся. Все нормально. И не нравитесь вы мне. Кажется, там голова этого существа. Да ты отстанешь от меня или нет? Так, это выход, ясно. Это вход. Ага. О, привет. Ты кто повторял? Ах, мелкое создание, высоко лезешь. Ищешь знания этих земель? Бардун. Эти пепельные земли есть могила чрева. Говорят, однажды он пришел умирать. Но что смерть такому древнему существу? Ой, чрева. Черва. 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 Ну, червяк, наверное, да? Сдается мне более перерождение. Это пропащее королевство есть плод творения того перерождения. Белибо. Доводилось ли тебе лицезреть мой хвост? Сон был потревожен, но чувство это мне не претит. Ох, да, видал хвост твой. Калитма. Весь этот пепел, кожа его... Труп черва разлагается, и нет тому конца. Благостно, грустно. Мир стал гораздо меньше без ему подобных. Белибо. Я сам не черв, хоть многие так не считают. Ох, слишком мал я и конечностей не занимать, и дара предвидения у меня нет. Это его там скелет, этого черва? Калитма. Тихого уединения ради забрался я сюда. Подальше от плюющихся чудовищ. Да, так высоко, подальше от простых умов, растленных светом.
их единение другого толка, то есть отрицание порядка, что хотел даровать червь. Я противлюсь соблазнам света. Он обещает единение, но лишает разума, и остаются лишь инстинкты у жука. Это интересная история. Уже уходишь? А я пока посплю, хоть нынче грезить так тревожно. Понял. В разум лучше не лезть так беспокойно, довольно агрессивно. Ну, как скажешь. Спи дальше. Куда тут мы шли-то, собственно? Туда, куда-то. Во. Ну, и ни дня без этого самого. Ой, отравился случайно. Свалиться тоже. Что-то уж больно часто они тут падают. А, дверь, походу. А, башня любви. Чё? Запертая битая дверь. Чё такое? Нет, я узнаю. Я знаю, куда это меня сейчас приведет. Ага. Ага. О, супер. А кто смеялся-то? Не, ну я понял. А чё? Кто ржал? Да, знаем, может. А, ну кто-то за дверью сидит. Ага. Ключ надо. Давай, давай, давай. Поставим метку, что нужен ключ вот сюда. Не забудь, ключ там нужен. Записать бы, конечно. Короче, все-таки записал, иначе я потом забуду. Это однозначно. Так, сюда я еще не шла, да? Так, ну туда мне вроде как не надо, да? Понял. Мне надо выше. Туда вон, где падают эти несчастные.
Возможно, с той стороны что-то еще есть. Но кажется, нам сюда. Там вон вижу выход. Так, что-то обновилось про прыгунов, походу, или вход какой-то открылся. Ты не мог бы не топтаться по мне. Видал короля? Чувствую странные звуки. Мой король. Убивать меня не надо, ребят. Я еще не исследовала здесь все как следует. Нет, подождите. Рано уходить. Куда я еще здесь не дошла? Поняла. Можно теперь дальше. Мыши эти везде кругом летучие. Ага. Это мы открыли выход через тоннель. Я что-то недоброе слышу. Йоу. Отсюда вас бросают. Ага, еще один воин нашел наш честной Колизей. А, Колизей, слушай, это то, о чем говорил этот, который битву искал, как его звали-то там. Сюда приходят все, кто хочет испытать себя в полусмертельных битв, глупыш. Не, начать несложно. Поставь отметину на выбранной доске испытаний и готово. Тогда ворота Колизея откроются перед тобой. За шанс, боюсь, схлестнуться придется мало заплатить, но уверен, у такого опытного воина полный карман гео. Да, но все же, пока твой гость не обнажен, и ты не врываешься в битву, я хочу дать тебе совет. У нас внизу есть воинские покои, где ждут своего часа, подобные тебе. Настоятельно советую отдохнуть, прежде чем оставить отметину. И пусть у тебя... Не будет сомнений, я сам воин хоть куда. Не суди по моим размерам и нынешнему положению. Колизей манит нас обоих. Я скоро приму бой. Сделай взнос, и сможешь пройти испытание воина. Давай, чё, недорого вроде. Сейчас посмотрим, что будет. Испытание ждет тебя, пусть твоя битва будет славной. Это дополнение или чё? Или так задумано? Чтобы приступить к испытанию, подойди к доске и поставь отметину, но там судьба уже в руках. Давай, чё? Я не знаю, что будет. Ячейка амулета? Я не прочитала, как обычно. Подожди, а тут чё? Колизей глупцов. А вот и глупцы, да?
Ничего себе у него. Брюк. Мои любимые. Это я. Супер. Кисайте, давайте потихоньку. Здесь бы аромат победителя этого не помешал. Как он там назывался-то? Амулет. Ай-яй, подожди. Зарядимся давай, ты чё? Шумят-то, шумят-то. Чё-то там сидит-то на троне-то какой-то трупак. Вот это зря. О! Ну все, мне конец. Класс, чё? О, привет, и ты тут. Бледное создание. Стало быть, ты тоже здесь. Тоже нашло это прекрасное место. Скоро я пойду в бой, только немного передохну. Мало кто ровня мне в сражении. Надеюсь, это место под конец испытает меня по-настоящему. Думаешь, этим щитом я обороняюсь? Так вот, предупреждаю, в нем сокрыт смертоносный сюрприз. Молись, чтоб тебе не довелось узреть его. Может, тебя здесь убить? Но я сокрушу их всех. И да, тебя тоже. Ты узришь меня во всей смертоносной красе. Короче, сокрушу... Это он, это, типа, потом... О! Приятель. А я думаю, что тебя не видно давно. Что тебе это надо, тля? Тоже здесь, дабы потешаться надо мной? Голубцы! До вас так и не дошло, что я сам позволил заключить себя в эту клетку. Да уж, делайте одолжение. Выпустите меня в этот колизей. Я могучий зод, как только сверкнет во тьме жизнь уносящий, ваш смех разом обратится в крики ужаса. Оставь меня, смиренный червяк, я должен отдохнуть перед великой битвой. Молись, чтобы мы не повстречались на арене Колизея. Да сколько раз я тебя уже спасала. Тут чё? Ясно, это я там типа внизу. Ну ладно, хоть это самое здесь. А что тут вообще? А там что? Кроме лавки. Ну все глупцы? Да, есть маленько, походу. Давай посмотрим, что с этой стороны.
Ты кто? Зачем оно меня беспокоит? Ну, поговорить думала могу с тобой. Ты не хочешь? Ну, не хочешь, ладно. Я ж не против. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Давай посмотрим, что же происходит. О, кто-то кого-то бьет. Интересно, меня здесь пустят? Или нет? Слушай, клевое местечко, конечно. Я знаю, чем я буду заниматься следующие 150 эпизодов. Зод, я пока не в курсе, как тебя освободить. Ну, ты как всегда, конечно. Подожди, оно закрыто. А, я должна еще раз здесь это быть, что ли? То есть, если я победю, мне дадут гео и ячейку амулета, правильно? Ну, ок. А, я хоть в полной зарядке теперь пришла. Снова будет так же или будут какие-то другие? Не, походу одинаково всегда. Пока не буду тратить. Или буду. Кучкой там становитесь, а я вас чем-нибудь шмальну. Это что-то какой-то мягкий, а вот пчелы. Блин, мне бы перед пчелами, конечно, бы зарядиться. Чё ты делаешь, а? Не пчелы, это аспиды. Ну, любимое занятие, идите сюда, блин. На... Черт. Ай, на каких-то блохах, да, заэтовалась полностью вся. Слушай, а это куда-то ушел. Прошел, что ли, испытание? Это еще давай тут борзая такая. Что там по времени у нас? Ну, еще несколько попыточек. Есть. Должен же быть какой-то экшен в эпизоде. Раз уж с Хорнет мы не стали сегодня сражаться, давайте что-то с глупцами поборемся. Чё там, куда там выход-то? Я забыла. А, стоп. А чё я туплю? Давай-ка амулет это самое. Мне здесь не нужно вот это. Вот это. Непоколебимое оно, может быть, и надо, но я лучше возьму, конечно, вот это. Шаманский стоит.
Сейчас будет нормально, наверное. Попробую. Я типа вот три все эти четыре, сколько там их смогу пройти потом, да? Чё, куда бьёшь-то? Давайте все. Ой. Давайте в кучку куда-нибудь, пожалуйста, все. Смешно, они, конечно, поскакали. Это враги для зарядки. Используй их правильно. Да, я около меня. На! Чёрт! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, что дальше? Ой, ой. Черт. Давайте тут подольше постойте. О, нет. Что сделать с ним, я забыла уже. А ничего не делать, пускай травится просто. Да, блин. Mm-hmm.
Уделает же она меня сейчас. Мамоньки. Ну, чтоб вас, бесконечная история. Да. Ну чё, давайте еще разочек и буду заканчивать. Так, ну-ка, Зод. Какое убожество. Застрять здесь, вместо того, чтобы продолжить свое путешествие. Я пришел в это королевство выполнить обещание, и я его выполню. Какое обещание, Зод? Ты о чем? Нет, подожди, сначала зарядимся. С блохами примерно поняла, что надо делать. Только вот в прошлом эпизоде Зод вспоминала, говорю, что-то давно я его ни из какой передряги не спасала. Вот и он. Может, еще что было, я не знаю. Так я пролетаю эту область. Эх, а я что-то не до конца, походу, зарядилась-то. Ну ладно. Там дальше блохи? Нет, еще не блохи. Теперь два таких. Так, по полной накачаться не удалось. Ну ладно. Ай! Что об вас? Ах! У меня конец. Ладно. Блин, это была неудачная попытка. Придется еще раз заходить. Предыдущая была, конечно, гораздо бодрее. Ненавижу этих вот аспидов. Так. И маленькую. Вот. Теперь порядок. Но опять я не смотрю, что здесь. Может, что есть?
еще какую-нибудь люстру, может, можно уронить на эту арену. Еще бы вот попробовать. Так, мне надо, чтобы вы в одну сторону покатились. О, кстати. Что ты мажешь-то? Отойди от него, а? И зарядись. Блохи. Противные блохи. Вот так вот. Самый лучший вариант против этих блох. Ай. Ай. Ну нет. Надо завязывать на сегодня. Я это сегодня точно не пройду. Короче, спасибо, что были со мной. Начнем с этой арены, а дальше пойдем еще потом исследовать, что там осталось. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк мне и Хорнет. Мы заслужили сегодня, наверное. А может и нет, но все равно поставьте. Всем пока-пока. С вами была Туда-сюда.